сегодня 13 апреля, я иду вся замерзшая, потому что я с работы побежала домой, накормила собачку и, короче, иду поздравлять маму. Я вся окоченела, на улице холодно. Все, пойдем поздравлять маму. Взяла цветы в своем магазине, очень классно брать цветы, покупать сразу же там, где ты работаешь. Вот. Покажу букетик чуть позже или поставлю здесь, наверное, лучше картинку. Короче, просто посмотрите мое лицо. У меня все ресницы запутались из-за ветра. Он какой-то адский. Вот ветра бы не было, было бы идеально. А так просто жесть. Так что сейчас иду поздравлять маму. Надо спуститься. Я уже зашла в подъезд, распечатала букет. Так что сейчас идем дарить. Не знаю реакцию, но надеюсь, обрадуется. Я пришла. Все ок. Он просто, он очень толстый кот стал. Да Яша. Он еще кусается? Не кусается. Папа маме подарил вот такие цветы. Хризантемы. Огромные, одноголовые. 5 штучек. Вот. Жду ответа сестры, будет ли она вместе с нами дарить подарок. Вот. Поэтому ждем ее ответа, и можно будет дарить. Короче, мама, днем рождения. Я снимаю влог и в то же время для Кати видео. Вот, так что поправиться хоть маленько. Это подарочек от нас, от Юлии, от Кати и от Тёма. Меня, от троих, а и Тёма еще. И Тони. И Тони еще. Тони, да. Точно, Тони тоже там присутствовала. Да. Так что я как бы все знаю. Дипломат. Но... Дипломат. Можно его вот так открывать, можно и все. Вот сюда. Так. На, распечатывай, смотри сама, что там. Мне сказали, дипломат, ты догадалась. Дипломат. Да. Ты что, прямо так рвать можно? Закрыть. Ну, упаковку можно рвать. Так жалко. Какая красота. Да, куда ходи? Это Антоша будет у меня. Это будет у меня Антоша. Это будет у меня Антоша. Ты у меня сейчас будешь придираться, да? А я буду сидеть на диване в ТикТоке. Ты будешь у меня прибираться. Какой он большой! Беленький. Матушка ты мой. Привет. Привет. Сейчас надо тебя будет попробовать. Где моя Антошечка? Антошечка. Можно. Спасибо большое. Это у меня будет Антоша. Надо приложение сперва. Вон он замигал. Ты что сделал с ним? Вот эту штуку сперва надо оторвать. Он по-русски-то говорит? Ладно, не будем оторвать. Это что за херня? Он как Алиса, давай, да? Давай убить его. Он как Алиса? У нас другой чуть-чуть, поэтому я не знаю, как. Короче, я пыталась настроить этот пылесос, у меня ничего не получилось. Вот. Потом вот когда-нибудь Тёма настроит, он умеет. Запустила его просто так, пока без плана квартиры, он пока путается, не понимает, где он. Вот. Ну и главный герой Яша, который испугался пылесоса. И что, он сейчас сюда заедет? В общем, мы сидим с мамой тут. Она меня хотела заставить вот это выпить. Я говорю, не надо мне это. Несет торт. Да еби, твою мать! Так он мне все ноги уже избил. Что такое? Вот это надо было, наверное, брать. Вот такой вот торт. Самый вкусный в мире. Не знаю. Это называется шпинатный торт. Влоги с дня рождения бабушки 7 августа снимала. Мы ели там такой же торт. Это самый любимый торт вообще у меня. А еще люблю киевский. Вот.
Так что сейчас поедим торт. Время, кстати, уже 10:12. Скоро домой пойду. Короче, время уже сколько? 12. А мы все тут еще. 12:20. А мы все еще тут. 12:20. Сейчас я жду Тёму, он за мной приедет. Мы уже Юлю поздравили. Уже меня поздравили. У меня день рождения же уже началось, представляешь? Ну, то, Кать, это, я твои подарки еще не отдала, завтра отдам. Пусть терпит. Пусть терпит. А я сказала, не надо мне подарки ночью. Все. Вот, но один подарок мне подарили. Смотрите, какой красивый. Сейчас покажу ближе. Только так, большой, маленький. Смотрите, какой красивый штучка. Катя, у тебя тоже такой же ждет? Катя тебя не слышит. Катя, тебя такой же ждет. Цвета меняются, красота такая. Вот, смотрите, какая штука мне приедет. Катя, у тебя точно такой же? Светильник. Тут розочки. Ой, розочки. Все, флорис, блин. Хризантемочки. Короче, вот такая штука теперь у меня есть. Представляете, она освещает почти всю комнату. Боишь Антошку? Тут бегает кот. Я настроила робот-пылесос наконец-то. Вот, так что у нас работает сейчас тут робот-пылесос. Он пытается сейчас доехать до станции, до своей. Он, понятно, боится. Но хотя Яша у мамы, короче, он не бежит под диваном или куда-то еще. А у нас... Он хочет с ним драться? Да, у нас персик, он убегает сразу под диван или еще это куда-нибудь там. Вот, так что такая красивая штука у меня теперь тут. И сидит и ждет. А что нажимаю? Куда морду ему набить? Или она сама? А что это? А, ну ладно. Короче, здесь над котом. Издеваемся над Яшей. Сейчас покажу. Капец, он огромный кот, да? Ужас. Я, в общем, жду Тёму все еще, где-то он там едет, наверное. Вот, так что сейчас дождусь, поедем уже тоже домой. Волнуешься за свое утро? Че идешь, Яша? И за все, что между нами. Поедем домой отдыхать. Кушать, наверное, Тёма, конечно же, хочет. Вот. И знаете, у меня в этом году вообще нет ощущения того, что у меня день рождения и у мамы. Как будто просто обычные дни какие-то. Это что, старость? Вот, так что все, сейчас вот досижу у мамы и поедем домой. Потому что я уже очень хочу домой, на самом деле. Я не была почти сегодня дома вообще. Я вот как шла на работу, так пришла домой, погуляла с Никой, и все. Получается, что все. Больше я дома не была. А, уже привыкла, что, типа, знаете, у меня дом там, а не здесь. Вот, так что да. Жду Тёму и отправляемся домой. И, наверное, уже будем ложиться спать там и все такое. Вот. И выйду уже, вернусь к вам завтра. Уже в свой день рождения. Я уже, кстати, буду рождена. Потому что я родилась в 4:20 утра. Вот. Так что будем ждать. Так. Смотрите, какой красивый букет. Смотрите, розы, которые я очень давно хотела. Но в магазинах в наш никак не завозили. Поэтому я их видела только вот второй раз вижу. Я захожу в машину, и Тёма мне просто дарит букет. Представляете? Обалдеть просто. Я думаю, что он так долго-то? Думаешь, жду, нету. Плакал. Вот. Теперь у меня есть букет. Всем доброе утро! Мои любимые цветочки здесь стоят. У меня сегодня день рождения, как вы могли понять уже. Вот, и, короче, там в ВК и во всех социальных сетях просто куча поздравлений. Я еще не заходила. Не знаю, когда я сяду и буду всем отвечать. Вот, поэтому сейчас мы проснулись. Время 12:30. Тёма ушел гулять с собачкой. Сейчас поедим, покушаем. Тихонечко вот Тёма на работу уйдет. И потом я уже буду отвечать на поздравления.
Видите мои зарёванные глаза? Это сестра подарила мне подарок. Немножко позже вам покажу, что. Блин, сейчас мы кушаем. Тёма приготовил шикарный завтрак. Просто. Так что сейчас мы будем кушать. Всем приятного аппетита. В общем, все. Тёма ушел на работку. Сейчас я немножко приберусь в квартире, себя приведу в порядок. Может быть, сгоняю за тортиком, потому что сейчас, ну не сейчас, где-то, наверное, часа в 4, сейчас время 2. Придут мои родители, попьем чай, они мне подарят подарки. Вот, так что, такие вот у нас дела. Сейчас я буду прибираться, потому что у нас просто постель не заправлена, на комоде тоже что-то творится, сушилку надо убрать, разобрать, вот, и в туалете немножко тоже прибраться, тут прибраться, на кухне, посуда не мыта, короче, делка куча у меня, заниматься есть чем, хоть у меня день рождения, но все равно, конечно же, надо делать всякие домашние дела, без них никуда. Но сперва я сейчас пойду помою свою голову, потому что вчера еще надо было, но я вчера не помыла. Вот, поэтому сейчас схожу помою. Персик, ты что там делаешь? Мышка играет. Ну не в туалете же, Персик! Ника, короче, ворует игрушки у Персика. А Персик злится на нее за то, что она ворует у него игрушки. Да? Персик. На. Пойдем. Пойдем играть, Персик. Пойдешь играть? Смотри. Там. Мышь. У меня нету ее, все. Че вам надо, животное? Будь здорова. Целовашки, обнимашки. Я кинула. Беги. Что ты? Ника. Меня нету. Чё? Вот так мы, короче, с ними тут целый день сегодня и будем. Свою штуку эту. Купили ей такую игрушку, она разгрызла весь мячик. Ой, ладно, надо прибираться. Тут тоже у меня бардак какой-то на столе. Так что сейчас я начну все это делать. Так, я помыла голову. И хочу сказать вам, что меня поздравили куча людей, просто, я не знаю. Я вот, знаете, я просыпалась каждую секунду от того, что у меня прилетало уведомление на телефон все утро. Я забыла выключить звук, вот. И, короче, вообще просто без умолку ушли поздравления первую половину дня. Сейчас чуть-чуть подутихло, но понятно, что я там всем ответила и все такое. Что-то сообщений 30 сразу мне написали. Прям вообще шок какой-то. У меня есть такая традиция записывать. Я вот сегодня вечером сяду и запишу, кто меня поздравил. Я каждый год записываю, кто меня поздравляет. Вот, а потом каждый год сравниваю, насколько у меня уменьшился или увеличился круг знакомых там и все такое. Вот, так что это очень, да, так интересненько. Вот, у меня, по-моему, с 19-го года, по-моему, я каждый год записываю, кто меня поздравлял. Вот, и на самом деле реально очень так интересненько сравнивать, кто меня поздравлял, допустим, в прошлом году, кто не поздравил в этом году. Вот, и ты понимаешь, что, допустим, ты с этим человеком уже, ну, как бы, не общаешься, с некоторыми ты, наоборот, как-то там, может, возобновил общение. Ну, короче, очень интересно. Вот, и еще я, конечно, до сих пор хожу в шоке от того, насколько вообще моя сестра продумала мне подарок. Это просто, там сестра вместе с Тони, с ее подружкой, и я просто, знаете, вот реально я сидела и ревела. Из-за того, что вот я мечтала действительно о, ну, я много раз во влогах говорила, мечтала о курсах по фотографии, но все время жалела денег на это, все время как-то мне было типа да потом, все время все откладывала.
Вот, и сестренка, короче, мне подарила курсы по фотографии. Блин, это вообще это шок. Это реально шок. Наконец-то я пройду хоть еще какие-то курсы. Я, кстати, еще не знаю, что там за курсы. Я не заходила еще туда. Вот, но попозже немножечко зайду, пройду по ссылочкам там всем. Ну, короче, это просто, это был шок. А, кстати, сейчас я приложу вам вот сюда прямо запись экрана с телефона, как меня поздравила моя сестра. Так что, внимание. Обалдеть, да, как она меня поздравила, вообще просто. У меня сестра, в общем, веб-дизайнер, и, соответственно, она умеет делать всякие эти штучки, и вообще очень классно вышло. Я сперва не поняла, думаю, ну, открытка, может, просто какая-то, а потом там просто вся моя жизнь перед глазами, это вообще просто, это очень мило было, вот, так что очень классно. Прям реально, я реально, блин, заревела, меня очень сложно, на самом деле, как-то там, знаете, на слезы пробить, но то, что вот когда вот такие просто какие-то памятные очень сильно подарки дарят, я просто думаю, обалдеть, с ума сойти, я это заслужила. Вот, ну, короче, да, вообще очень классно. А сейчас я пойду краситься, ну, так, немножко приведу себе свое лицо в порядок, а потом высушу волосы. И, наверное, все-таки схожу в Габриэль за тортиком, чтобы маме с папой не заходить никуда уже, не это... Вот, сгоняю за тортиком, и чтобы вкусненько покушать. Мы, кстати, вчера вот ели шпинатный торт, вы видели. А, получается, сейчас я хочу взять киевский, если там будет киевский торт. Потому что вот два моих, наверное, самых просто обожаемых мною торта, это киевский и шпинатный. Вот, шпинатный, он такой, знаете, легонький, такой, типа, знаете, ппшный, типа, вот. А киевский, там, конечно, капец, много крема, шоколадный весь такой, вот. Поэтому сейчас я, наверное, все-таки сгоняю. Блин, прям вообще просто сижу и радуюсь. И вот сегодня, именно сегодня, я наконец-то почувствовала, что да, у меня день рождения. Мне уже 21 год, представляете, потому что, ну, я родилась в 4:20 утра. А у меня сестра, кстати, родилась в 4:20 вечера. Прикиньте, насколько вообще все совпало. Вот. И, короче, да. Вот, так что такая все радостная. Сейчас пойду краситься и наводить всякие марафеты. Вот, ну, конечно, жалко, что Тёма у меня на работе. Вот, целый день буду одна ходить, ну, принимать поздравления от мамы с папой. Вот придут они ко мне в гости. Красота. На улице только холодно, кстати. Сегодня прям пипец, 5 там дубак. Как вот вчера, но только еще хуже. В том плане, что холоднее. Так, в общем, я сижу тут кудри навожу. Кстати, у меня получилось немножечко сделать этим стайлером. Поэтому я вот такая буду мохнатая сейчас. Вот, позвонила сейчас Алена.
И они с Сашей придут в 7 часов меня поздравлять. Вот. Я, видимо, фотки не сделаю сегодня никогда. Ну и ладно, завтра будет время, либо там, не знаю, часов 10, может, сяду, буду делать фотки. Вот. Сейчас у меня... Вообще, сегодня у меня день рождения. Какие фотки, Юля? Одуплись. Куда-нибудь там уже прекрати. Короче, да. Я все переживаю из-за того, что я не успею сделать... Не то, что не успею, а просто, что люди ждут, и я их подставляю, и что, типа, надо скорее делать фотки. Вот. Но вообще-то реально, у меня сегодня день рождения. Какого фига я думаю о каких-то фотках? Вот. Поэтому все. Забыли. Не знаю, там, завтра, послезавтра вечером, еще когда-нибудь я их обязательно сделаю. Все. Сегодня у меня день рождения. Вот. И, короче, да, сейчас делаю волосы себе, типа локоны пытаюсь сделать. Ну, конечно, ничего особо такого-то и не выходит у меня, но, типа, ладно. Окей, пусть так будет. Вот, сейчас я доделаю и пойду сгоняюсь в магазин, схожу. Я запустила, короче, Валеру, пусть он тут немножко поубирает. Как раз пока я хожу, он все уберет. Вот. Вот. Время уже что-то 15:30, что ли, я только еще выхожу. Надеюсь, что я успею. Мне кажется, мы в одно время придем с родителями. Вот. Еще, кстати, хожу вот так вот в таком тулточке. Очень нравится. Вот. Раньше я, типа, вообще не любила так ходить, знаете. Как-то странно, типа, мне казалось, как бабулька. А сейчас нормально хожу. Увидела, что девчонки так ходят. И подумала, что тоже так буду ходить. Ну, кстати, сегодня намного теплее, чем вчера. Типа, ну, не так уже, нет такого уже ветра сильного. И даже комфортно идти по улице. Вот, так что нормально, пойдет. В общем, я уже сходила, купила торт киевского, не было. До 1 мая его не будет. Вот, и купила, короче, обычный шоколадный. Сейчас приду, покажу. Короче, я уже вернулась домой, уже стоят мама с папой у подъезда. Сейчас пойду, я им открою дверь. И, короче, мой организм тоже преподнес мне подарки. У меня эти штуки начались, и, короче, девчачьи дела, типа, знаете, вот. И мне жесть как болит живот. Ну ладно, я надеюсь, что мы справимся. Вот это от бабушки? Это надо читать, да? Гали, да. Прочитай просто, ну, про себя, то и все. Да, про себя прочитай, и все. Мою. Бабушка, кстати, тоже мои влоги смотрит. Дашка. Так-то ты должна резать. Сама должна резать. Только... Я не умею, но ты сами. Баду варишь, что я должна резать? Ты должна резать. Открыть-то кран. Открой, пожалуйста. Не-не-не, резать. Надо. Не умею. Надо. Я не умею. Надо. Бабушка, спасибо, Зоя. Обалдеть. Ну, много денег. Бабушкин подарок. Давай, с днём рождения. Здоровья, счастья. Чтоб все хорошо было. Угу. Вот больше это только тебе. Больше нету. Что, ничего. Звать куда? Ну ладно, а юная вот еще, Олечка. Ключик счастья мы тебе дарим, чтобы ты была счастливая. О, это на цветочку. И вот такой маленький подарочек. Все, это наш маленький. Маленький. Такой маленький. Да, конечно, сейчас вот посмотрим, насколько это. Такой малюсенький. А, это на ножницами или что, нет? Бери. Это эта штука, которую я хотела. Ура! Свет, наконец-то теперь у меня не будут плохие фотки, получается. Обалдеть, какая штука! Я не знаю, как там делать. Надо... Да, ее надо на фотоаппарат, короче, туда. А как он может что-то проверить? Сейчас прикреплю. Что у нас с тобой надо было батарейки принести? Короче, да у меня есть где-то, я забыла, где они лежат. Смотрите, какая штука у меня теперь есть. Обалдеть. Ума, такие. Обалдеть. Спасибо. Давай, пей чай. Пей чай. Спасибо, 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 спасибо. Вот я передаю. Я передаю. Хотя подарок принят. Сейчас она будет. Что так много? Она не так много. Так она вообще нынче много тебе. Ой, она мне все-таки купила адаптер. Она просто мне. Я хотел забирал дома. А, она мне, короче, подарили они мне микрофон ведь на Новый год. И, короче, мне надо было. Ну, у меня была вот такая штука, но она китайская, и, короче, она никак не подошла. А вот эта оригинальная, она 1000 рублей стоит. Смотрите. Побольше. Короче, я... Ну, все, ждите влоги с микрофоном. Всё. Да. Что быстрее достается? Блин. Что это? Что это? Штатив.
Нет. Вот нарисовано. О, нарисовано. Это для фотосессии, короче, свет. Да. Чтобы вот такие солнечные закаты делать, типа. О, нифига. Катя, ты шо? Короче, это все попало. Вот, видите, с фильтрами, со всякими. Нифига. Обалдеть. Ну, вот. Этот шарик, он крутится, типа, и делает всякие отражения. Поворотчик, кстати. Да. Вот, будешь делать. Обалдеть. Так, кого на фотосессию звать? Пойдемте все вместе. Катя, привет. Катя пойдет. А, вот, кстати, да. Там праздничные дни, не будет работать. Почему? Все работает. Надо снять. Ну, а может заранее снять? Да. Нет, почему? Там все работать будет. А заранее можно там ведь снять? Зачем заранее? Ну а как там, так заранее снимать? Фотосессию семейную или детей? Фотостудию. Фотостудию снять? А что, красиво так, делается? Так, дальше поехали. Катя, ты офигела? А что ли, там Тоня, там все, короче, офигели такие. Что это? Так она нам вместе. Еще и курсы подарили. Офигели. Еще и вообще все так много подарили. Ну, тут день рождения. Съед. Что такое? Рогатка? Птичек стрелять. А, это для телефона, короче. У меня штатив есть. И вот эту штуку надо туда вставить. И будет, короче, штатив не для фотоаппарата, а для телефона. Вот, надо у вас дома забрать штатив мой. А где он? А он в сумочке такой. Да. Длинненькой, но. А где он там, кстати? Висит. На стуле. Ну вот, короче, да. Да отрежь чем-то. Отрежь. Чикни, и у тебя откроется. Видишь, тут скотч. Все, я потом распечатаю. И что там? Рейф-гош какой-то. Рейф-гош. Ладно, и все это хрупко. Хрупко что-то. Окей. Вот больше. А как открыть? Тоже надо ножик. Хрупко есть стекло, да. Что видно? Что это? Чупа-чупс. Да? А что, почему хрупкая? Как чупа-чупс? Там осторожно, хрупкая же написано. Почему хрупкая? Mm-hmm. А что там? Ну, открывай. Плотное покрытие. Чупа-чупс, главное. Так. Почему чупа-чупс? Чтобы открыть. Вон, тут, сбоку. А-а-а. Что такое? Я поняла, что это такое. Так, перчик. Это кушон. Кто там? Серёга. Куго, что красивое? Да, Серёга. Что такое? Чупа-чупс. Ага, смотри. Блин, а тут как с другой стороны. Да, Это кушон. Какой кушон? Ничего. Мама не понимает. Кто такой? Кто такой я? Короче, вот такая что, штучка. Колено, вот так вот берешь на пальчик, надеваешь. Я не могу заливать там, что ли, но я поцелую. Так, а эту надо как-то еще открыть. На стеклёнке? Ну. Как-то open. А, open. Они, да, они еще на остановке да? Дадим, как говорили, муги. Это мы достаем вот так вот. Капец. Вау! На лицо, что ли, что-то? Да! Это кушон, короче, такая штука. Вот так берешь там. Пью-пью-пью. Пью-пью-пью, вот так. Тоналка, что ли? Типа того, да. И вот так вот. Так, вот. Прикладываешь. Ну, это надо потом размазать. Вот, и оно вот так вот, типа. Вот, он тебя так замазает себе. Вот, прыщи всякие замазывает. Ну, короче, понятно, что это такое, все. А как это закрыть обратно? А вот. А нет. А вот. Ну, и обратно кладешь. Блин, классная упаковка. А как закрыть? Подождите. Шлепни. А мне тоже позовут. Заваришь их в 5. Обалдеть, ну все, Катя, подарки приняты. Мы это курили. Все, я очень рада. Спасибо большое. Прям вот все. Рейф-гош я коробочку оставлю, потому что Рейф-гош это очень дорогой магазин. Ну почему хрупко написано? Не знаю. А зеркало то что? А, ну да, зеркало. Наверное, зеркало. Да. Обалдеть! Все. Все. Все, спасибо большое.
общем, все, у меня родители уже ушли домой, потому что маме в ночь на работу, и они мне подарили вот такие красивые цветочки, просто, я так люблю тоже вот такие цветы, такие шапки огромные, просто посмотрите, обалдеть. Ну и, конечно, вот мои ростики прекрасные от Тёмы, вот, так что вся такая в цветах. Надо сделать заставку, подождите. Вот, и, короче, я пытаюсь быть веселой, но мне пока это не получается. Я выпила таблетку, вот, сейчас, наверное, пойду, не знаю, поваляюсь, отдохну, что ли. Потом пойду помою посуду. Не знаю, фотки, скорее всего, я буду уже делать, когда уже все гости уйдут. Уже, короче, уже будет такое, знаете, на расслабоне, когда уже совсем буду, тогда я начну делать фотки, потому что... Не знаю, сейчас мне надо сушилки все убрать. Надо на стуле там вещи убрать, поубираться еще чуть-чуть немножко надо. Вот, и короче, да. Такое себе. Еще с Никой надо сходить погулять. Вот. Так что меня сейчас не будет особо, знаете, уже вот если делать фотки, то сесть и уже спокойно делать, а не так, что каждый раз прерваться на что-то там, вот. Поэтому пока что я сейчас буду отдыхать, может быть, даже подремаю чуть-чуть, ну хотя фиг знает, потому что состояние мое оставляет желать лучшего сейчас, ну это вот первый день, как обычно, второй. Вот, подарком, кстати, я безмерно рада просто, я получила все то, что я реально хотела. Вот, мне, кстати, вот вы видели, там кушон еще подарили, я тоже это очень хотела, я не писала это в списках подарков, но я тоже это очень хотела, мне даже сестра моя двоюродная скидывала, что типа вот, купи себе такую штуку, и я просто, блин, классная штука, у меня не было никогда таких штучек, и вообще я всегда рада косметике, потому что, ну, я крашусь, и все равно, конечно, надо это все дело мне, вот, так что вот так, сейчас я, блин, вообще просто, у меня нет сил. Кстати, пока сижу, с вами поболтаю как раз. В общем, у Юли Пушман, я, это блогер просто, моя самая любимая, наверное, блогер, которую я смотрю. У нее сегодня выйдет видео, буквально вот уже через 20 минут, и они объявят, кто у них, мальчик или девочка. Я вот думаю, наверное, сейчас погулять с Никой сходить. Ника, пойдешь гулять? Ника? Ника? Ты гулять пойдешь? Гулять пойдешь? Гулять пойдешь? Пойдешь гулять? А! Ты меня царапаешь, ты в курсе? Ты гулять пойдешь? Все, жди, сейчас пойдем. Посуду помыть, белье убрать с этой сушилки. Я так это и не сделала. До сих пор сижу, просто штрудирую, скажем так, весь интернет. В плане своих соцсетей, потому что всем надо ответить, все надо везде сделать. Вот, поэтому, конечно, да, такой себе блогерская жизнь, она такая, мои хорошие. Вот, я, кстати, записывала недавно сторис в соцсеть одну, что не обесценивайте блогеров, потому что они такие же люди, они такие же, ну, типа, так же работают, как и, типа, не знаю, обычные люди, там, 8 часов в день. Да, у них, может быть, физически не совсем сложная, там, может быть, работа, но все равно, знаете, я вот сама на своем опыте, сейчас пока что он у меня маленький, я понимаю, что надо успеть смонтировать, найти на это время. У тебя есть домашние дела, которые ты должен приготовить, убрать везде, все сделать, чтобы было все по фэншую. Вот. У тебя есть еще вторая работа, да? Ну, некоторые блогеры же не только типа сидят там, снимают влоги, у них там и рекламные проекты, ну и все у них типа есть. И это надо найти время, найти силы на это тоже все снять, там, обработать. Вот. Поэтому у меня вот этот влог выходит настолько поздно, потому что я, короче, не успеваю ничего монтировать. Плюс вот фотографией я занялась, у меня тоже съемки всякие и так далее. Поэтому не обесценивайте, тоже вам здесь скажу, блогеров, потому что они работают точно так же, как все остальные люди. Просто у них, ну, у кого-то там физически больше труда, у кого-то морально больше труда, поэтому не обесценивайте никакую профессию, все профессии важны. Так же, как и фотограф профессия, это тоже профессия. Знаете, как устает глаз?
за полчаса съемки. Это ужас. У меня даже зрение упало из-за того, что я смотрю в видоискатель глазом. Короче, сейчас я знаю, что у меня вот этот глаз, допустим, он у меня плохо очень видит. Если я вот так вот, допустим, закрываю, у меня все в расфокусе. Вот, поэтому не думайте, что какие-то там профессии слишком там какая-то легкотня и так далее. Нет, все профессии реально нужны, важны. И, ну, реально, вот я не понимаю таких людей, которые там, знаете, ой, это фотограф, это не профессия, ой, там блогер, там что-то там снимаешь, сидишь целый день на диване и все такое. Нифига подобного. Вот, раньше, на самом деле, я вот тоже признаюсь, что раньше, когда я была маленькая, да, мне лет 12 было, я мечтала просто стать блогером, но я не понимала, я не осознавала, что это какая-то там, ну, знаете, тоже сложная, типа, работа, вот. И вот сейчас я понимаю, что это тоже такая же работа, как и также вот в цветочном магазине, допустим. В общем, вышли мы тут с Никой немножко прогуляться. Я надела зимнюю куртку, чтобы не сильно много шуб на себя не надевать. И тепло, знаете, нормально. И вышла вот как есть в леггинсах. Я дома ходила, так и вышла в них. Блин, капец, такие стрёмные дома. Просто без окон, без дверей стоит дом. Обалдеть. Ладно, гуляем мы. После того, как мы пришли с Никой, короче, погуляли, я пришла, быстро помыла посуду, прибрала немножечко, не стала убирать сушилки, только то, что оно вон там стоит. Ну, думаю, ладно, уже не хочу ничего убирать. Вот, сейчас придут Алена с Сашей, я до сих пор не посмотрела, кто там у Юли со Славой, потому что, ну, мне просто тупо некогда. Заказать роллы, ну, не знаю, буду ли я это делать, надо подумать. Потому что с самовывозом мы обычно забираем, короче, вот у нас тут рядышком с домом находится. Но если я закажу, допустим, да, мне надо, чтобы мне в 11 примерно забрать, а в 11 я одна как-то немножко трушу. Немножечко пойти до доставки. Ну, короче, я не знаю, слышно меня там или нет. Ника, подвинься, пожалуйста. Короче, я хочу сейчас пока попробовать, пока там Алена, Саша где-то едут, хочу попробовать адаптер подключить к микрофону, чтобы уже в этом влоге, а не в следующем, говорить по микрофону. Так, вот это я сейчас говорю без микрофона, сравним просто сразу же звук, чтобы было понятно. Я вроде подключила, вроде бы работает, сейчас, в общем, вам буду говорить уже в микрофон, соответственно. А вот сейчас я разговариваю с вами в микрофон. Как же меня слышно, интересно? Ника побежала, как будто бы там Алена с Сашей уже идут. Ладно, я пошла. Так, это были не Алена с Сашей. Это все обман. Ника нас обманула. Короче, классный микрофон. Я могу сейчас говорить вам по микрофону. Алло, алло, алло. Блин, классно. Обалдеть. Обалдеть. Его надо куда-то вот сюда сделать, и будет вообще шикарно. Короче, пришли Алена с Сашей, сейчас я пойду их встречу. Возможно, я пропаду на сколько-то там времени, не буду ничего снимать, потому что не особо люблю снимать, когда кто-то дома. Вот. Ну, может, кто-то не хочет сниматься в моих влогах, поэтому зачем вообще снимать, да? Так, Алена с Сашей уже ушли, попили чай. Вот. Я сейчас тут складываю свои подарки. Вот, подарили мне вкусных всяких сладостей много. Смотрите, у меня целый просто стол здесь этих сладостей. Кстати, киндер-сюрприз. И сейчас я думаю, что мы с вами прям вот сейчас откроем этот киндер-сюрприз, потому что я обожаю киндер-сюрпризы. Если вы думаете, что мне подарить, мне ничего не надо, дарите киндер-сюрпризы. Так. Яичко надо как-то аккуратно открыть. Ну, аккуратно у меня, как обычно, не получается. В этом вся я. Ладно, я его полностью просто на части разделала. Штучку эту. Так, что это у нас тут такое? Так, каких-то 3 запчасти. Вот такие вот. Вот такая запчасть. Вот такая. И вот такая. Сейчас будем смотреть, что это такое.
Так. И вот эта штука тоже вставляется вот сюда. Вообще получился флаг России, по-моему. И что она делает, эта штука? А, типа... Подождите. Типа вот так. Подождите. Вау, вы видели это, ребята? Смотрите. Сейчас я вам покажу. Смотрите. Во, смотрите. Блин, это надо наловчиться еще. Это как Юла. Видели, видели, смотрите. Кстати, а что у меня, не напоминайте? У меня же микрофон теперь есть. Вот, сейчас мы воткнем этот микрофон, будем разговаривать по микрофону. Знаете что, ко мне идет Соня. Сейчас я ей бегу открывать, скорее, скорее, открывай, бегу, бегу, открывай, Соня. Итак, у меня сегодня день гостей. В общем, приходила Соня. Конечно, плохо, что я не снимаю всех, кто ко мне приходит, но я, как уже сказала, не хочу снимать. Вдруг люди там не хотят на Ютубе, не знаю, там в камере показываться и так далее. Не знаю, как-то спрашивать, это мне как-то неудобно тоже. Вот, и смотрите, что мне подарила Соня. Я очень давно просила это у Тёмы. Я у него просила это и на 14 февраля, и на 8 марта. Но он что-то все как-то, не знаю, не знает, может, как заказать там или еще. Ну, короче, смотрите. Та-да-да-дам! Теперь у меня есть клубника в шоколаде! Обалдеть! Просто смотрите! Вот, Соня, в общем, работает вот в этой штучке. Делает букеты из клубники в шоколаде. И еще вот такую шоколадину мне подарила Соня, мою любимую. Вот, так что теперь у меня есть клубника в шоколаде. Я уже одну попробовала, съела. Надо было видеть мою реакцию. Не стала уже снимать реакцию. Вот, но она очень вкусная просто! Я впервые в жизни попробовала клубнику в шоколаде. Все дело в том, что дождь ничем не рискует, а я боюсь, что потерял тебя. Алиса, стоп. Короче, я тут пою песни, и вообще надо включить телевизор, для того, чтобы загорелась эта классная штучка. Вот. Сейчас сделаю под музыку, чтобы она делалась. Алиса. Включи музыку. Включаю. Сдавайся, в твоей войне ничей, я прошу, возвращайся. Вот, сейчас жду звонка от Токио и пойду за роллами. Вот, и хочу сейчас, кстати, при вас открыть штучку, которую мне подарила сестра с Тони. Вот такая штучка, и, короче, можно сделать разные, короче, цвета. Я всегда думала, как это делается. Это можно на фотостудии, по-моему, это с каким-то фонарем там специальным можно делать. А у меня будет прям своя вот такая штука. Мы скоро пойдем с Соней, надеюсь, скоро мы пойдем, в общем, на фотосессию. И, соответственно, я хочу попробовать все штуки, которые у меня появились сегодня. Такая вот упаковка. Кстати, свет вообще шикарный, можно с этим светом тоже снимать какие-то видосы. Вот, то есть, смотрите, вот такая вот штука. Я так понимаю, это вот такие штучки, чтобы там, знаете, свет разный делать. Луна, солнце и так далее, вот, допустим, да. Так, дальше здесь, получается, есть... Подождите, как это делается? Не могу на весу. В общем, есть вот такая штука. Вот, видите? Сам круг, наверное, куда вставляется. И сейчас покажу дальше. И вот такая штука. Вот, видите, она типа как глаз. Вот этот, как, блин, как это называется? Ну, стекло зеркальное. Не зеркальное, блин, а лупа, типа. Не знаю, как это называется. Стоять. Вот, это я вкрутила сюда. А это, наверное, просто подставка. Вот так вот. В общем, да, вот такая вот штука, получается, у нас собралась. Вау, короче, смотрите, это вот такой вот круг. Я сейчас свет выключу, покажу вам. Блин, я давно такое хотела, и с таким пофоткать давно хотела. Вау, обалдеть, девки! Я как Юля Пушман, обалдеть, девки, говорю. То есть, видите, да, какой классный кружочек?
Обалдеть! Девочки, с ума сойти! Что это такое? Мы бы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Можно фоткаться всяко. Все, короче, люди, идемте фоткаться. Вот эти фильтрики, типа, надо как-то вставлять. Сейчас покажу, ребята. Сейчас. Знаете, вот такой вот фильтр. Вау, девки! Вот такой вот голубенький и красный, смотрите. Обалдеть! Сейчас еще попробую мамину вспышку, которую мама с папой подарили, потому что это тоже важная для меня вещь. Потому что когда мне надо сфоткать именно вспышкой, я не могу встраиваемую мою вспышку использовать, потому что она прям слепит глаза, и, короче, да, неэффективно. Фотки все засвечены, некрасивые получаются, и, соответственно, мне нужна была какой-то дополнительный какой-то свет нужен был. Вот, и, короче, даже с этой штукой можно дома снимать какие-то видосы. У людей или у машин тоже могут быть. Алиса разговаривать со мной решила. Короче, показываю вам дальше. Могу показать картинки, а вы мне расскажете потом, какие они. Алиса, до свидания. До связи. Все, я распечатала. Вот такая штука. Короче, она тоже крепление для того штатива, который у меня. И, соответственно, просто вот можно сюда телефон поставить. У меня, кстати, есть лампа кольцевая еще, и у меня там сломалось тоже крепление. Поэтому мы вот эту штучку пока поставим, наверное, туда. Короче, в последний момент уже достала батарейки из этого джойстика. И, короче, сейчас я вам покажу, как работает вспышка. В общем. Та-да-да-да. Видали? Блин, супер. Вообще класс. Здесь не особо понятно вообще, что как. Давайте себя сфоткаю, окей. Как это делается? Первый раз, блин, себя фоткаю. Не знаю, как это делается. Куда смотреть? Смотрите, какая модем. Кошмар. Короче, я иду за роллами. Знали бы вы, как в 11 ночи стрёмно ходить одной. Забрала роллы. Тащу, блин. Что-то там так тяжело. Ну, там больше килограмма. Вот. Так что иду домой. Тащу. Фу, я уже устала даже идти. Обалдеть. Так, я думаю, сегодня слишком много моего лица в влоге. Извиняйте, у меня день рождения. Вот. Короче, вот. Принесла целый, блин, мешок всего. Клубнику в шоколаде. Я пробовала с розовым шоколадом. А сейчас попробую вот с этим. Ее, кстати, надо хранить в холодильнике. Я совсем забыла. Так что сейчас уберу. Девки, это очень вкусно. И мальчики тоже. Покажем, что у нас за вкусняшки. Что за шарики. Какой декор красивый. Сколько у нас гостей. Как мы... Я посмотрела... Ой, Тёма идет. Короче, мы пожрали. Мы уже все съели. Вообще все. Тут нет таблетки вместе с едой. Вот. И я даже не засняла, как мы кушали, как что делали. Я просто, ну, мы сильно очень хотела кушать, уже ждала из последних сил Тёму. Вот. Сейчас мы поели. Время у нас 3 часа ночи. Будем ложиться спать, отдыхать и уже. Включусь к вам из завтрашнего дня. Всем привет! Новый следующий уже день. Тёма уехал за детьми. Он уехал давно, на самом деле, час назад за ними, пока повез на всякие там секции и так далее. А я вот только проснулась. Я раньше не смогла просто встать, видимо, из-за вчерашнего такого суперэмоционального дня. И помните, я вам говорила, сестра мне двоюродная, которая сделала мне реснички, она мне на день рождения подарила пижамку такую как бы. И вот я сейчас в ней, сейчас вам покажусь полностью. Вот, смотрите. Вот такая милая пижамка. Я ее вот здесь вот так завязала, потому что она мне немножко длинновата. Вот, но в целом вообще кайф. Привез Тимофея, он уже покушал, Тимофей. Вот, и сейчас он поехал за Евой.
И потом Тимофея заберет, поедет на танцы с Тимофеем. Короче, сложная схема. Вот. Тимофей уже ждет Тему. Вот, сейчас Ева тоже приедет, поест. И потом Тимофей приедет. И, короче, часа в два мы только начнем какую-то движуху. Короче, я решила поприбираться в шкафах, потому что у вас также вот интерес. У меня более-менее все как бы порядок. Ну, вот тут я только что-то наложила, типа все ок. Ну, как бы, ну, видно, что две стопочки. И у Тёмы. Я просто думаю, господи, это надо срочно исправлять. Поэтому сейчас я у него все приберу, у себя тоже немножко приберу. Вот, и потом пойду всю стенку дальше прибирать, потому что у нас что-то лежит везде на ней, пыль уже. Вот, поэтому сейчас буду все это делать. В общем, пришла Ева. Сейчас покажу. И я прибралась в шкафу в одном. Надо еще прибраться. Вот, вот сейчас покажу вам. Вот так-то лучше, правда, до самого верха. Ну, короче, вот это в чем он ходит сейчас. А это в том, в чем он не ходит. И домашняя одежда. Ну, короче, такое. У меня так и осталось практически. Вот, убрала все с сушилки. И еще хочу сейчас цветы подрезать. Почему я без микрофона? Потому что у меня телефон заряжается. Блин, у меня сегодня вообще на башке черти что. Телефон заряжается, и, короче, не могу подключить микрофон. Итак, я снова здесь и уже с микрофоном, поэтому меня должно сейчас быть хорошо слышно. В общем, я уже везде прибрала практически, мне осталось только пропылесосить, полы помыть, и все, в принципе, готово. Вот, здесь немножко поубирала, на столе у Тёмы тоже чуть-чуть поубирала. Фотоаппарат у меня тут стоит. Буду сегодня, наверное, как, когда будет свободное время, буду фотки наконец-то везде помыла полы, пропылесосила. Это, знаете, уже прям вообще было невозможно ходить. Просто ходишь, у тебя носки уже черные все такие, вот. Так что, наконец-то я это сделала. Очень давно хотела это сделать, на самом деле. Но все никак, что-то времени не было, что-то мне желания не было, сил. Вот, и, короче, наконец-то сейчас чистота, порядок. Ева там сидит, смотрит мультики. Вот. И мне осталось помыть только ванну, унитаз. Вот. Но это я уже сделаю потом как-нибудь. Так, проверка звука на ветру. Мы вышли, короче, сейчас поедем в этот, за куличами и подарок папе на озон забирать.
Короче, я тут микрофон настраивала пока. Мы заехали. Ты же аккуратно ездил. Я аккуратно езжу. У меня телефон, блин, был это на ручке. Ты его не проворонил. Ну да. А сейчас он падает. Ну ладно. Ладно, все. Все. Девочки, я прикрепила микрофон. Короче, вот такой взяли куличик. Ну, короче, потом еще покажем. Это нам. А вот такой вот огромный, это маме с папой. Вот, так что все, пошли мы на Озон за подарком папиным. Не буду говорить, что мы папе дарим, потому что я еще, ну, типа, выложу этот влог до того, как день рождения наступит. Еще, кстати, я не знаю, слышно меня или нет. Мне все, блин, страшно, что меня не будет слышно. Просто я постоянно микрофон выключаю, отключаю, выключаю, отключаю. Вот, но я думаю, что будет меня слышно, потому что, ну, как бы, вот он здесь у меня висит. Может быть, он об куртку только трется. Вот, ну, короче, надо мне приспособиться еще как-то настроить так, чтобы вот этот вот комок шнура не болтался где-нибудь на мне. А еще я такой человек, который стесняется снимать в общественных местах. И, соответственно, с микрофоном вот так вот, ну, петличка, чтобы у меня висела тут на куртке, ну, как-то слишком палевно. Вот, и поэтому, если я там в магазине еще где-нибудь, мне, конечно, проще, ну, как бы без микрофона, знаете, там заснял и все. Вот, надо так что придумать, когда, если едем на улицу куда-то на долгое время, то обязательно надо как-то провод этот, знаете, как наушники просовывают под одежду. О, смотрите, какой большой подарок! Обалдеть, какой он огромный! С ума сойти, какой он большой! Так, проверка звука снова на ветру. И, блин, мне кажется, курточка шурудит микрофоном. Короче, если что-то не так, я не новата. Вот. Тёма идёт с куличом. Чё он? Дурак, что ли? Что он хотел сделать? Он хотел нормальную машину, но у него получилось купить только вот это. Ясно, понятно. Короче, ладно, идем мы дарить кулич. Ну, не дарить, просто купили. Мама деньги должна перевести. Вручать, да. Юля вот так вот рука дергается вот так. Да, я не могу нормально. Ну, айфон же там, стабилизара. Стабилизара? Что у вас есть? Стабилизара, дай посмотри. Стабилизейшн. Стабилизару дай позырить. Ладно, все. Тут лед у них еще. А? Влог, что вот, влог обязательно надо снимать. Короче, мы приперлись домой. Тёма захотел очень сильно кушать, поэтому он сейчас кушает. Он очень злой, потому что он голодный. Вот, и я буду есть сарики, а Тёма есть суп. А еще мама надавала нам кучу сладостей и что-то еще нам дала там. А, ничего не дала, мы кулич купили, понятно. Ладно, все, всем приятного аппетита. Короче, мы покушали, все отлично, и сейчас идем, собираемся гулять, вот, потому что уже пора, время 6 часов вечера, надо погулять успеть, плюс мне завтра еще на работу, надо собраться, может, еще фоточки сегодня вечером поделаю, все-таки хотя бы загружу на компьютер, вот, чтобы, ну, как бы, нормально, да, уже как бы надо скидывать, уже прошло, получается, сегодня у нас суббота, а фоткала я во вторник, то есть прошло уже, ну, как бы, получится, что через неделю скину фотки, но, в принципе, это нормально. Неделя-две, в принципе, ладно, нормально. Вот, так что все, сейчас идем гулять, и как раз-таки где-нибудь там на воздухе еще раз попробуем микрофон. Короче, мы гуляем. Тимофей уже вовсю там катается. А-а-а, где он? Сейчас меня задавит. Вот, Тимофей уже катается вовсю. Первый раз на таком велике и сразу поехал. А Ева не хочет. Так что вот... Гуляем на улице. Дубак, конечно, ну, типа, холодно, ветер, но, блин, в целом нормально. Хорошо, что солнце есть. Короче, после того, как мы погуляли, мы пришли домой, соответственно, поели все. И сейчас я села за компьютер, немножко поработаю, немножко фотки поделаю, немножко там с соцсетями со своими разберусь. Ева смотрит телевизор на заднем плане. Вот, а Тимофей с Тёмой уехали, короче, машину мыть, и в магазин заедут, надо там купить, нет у нас хлеба, ну, короче, вот, так что. Ну что, дураки? Кошки уронили, кошки-собаки уронили швабру. Вот, так что...
Сейчас буду делать фотки, а потом уже будем ложиться спать. Время 21:25. Вот. Так, я сидела, делала фотографии. Вот. Тёма с Тимофеем уже давным-давно тоже приехали. И уже все ложимся спать. Поэтому на этом я влог заканчиваю. Всем... Что там? Как там? Я забыла, как говорить. Короче, ладно. Всем до скорых новых влогов. Еще забыла вам сказать. Всем-всем-всем спасибо за поздравления. Очень их было, ну, меньше, чем было в прошлом году, потому что, ну, как я уже и говорила, что я веду учет поздравлений каждый год. И в этом году их было меньше, что-то на штук 10, по-моему. Вот. Так что еще раз всем огромное спасибо за поздравления. Мне уже 21, обалдеть. Вот. Так что всем до скорых новых влогов.